теперь вот посмотрим, это мы пока еще на палитре медной. А вот теперь попробуем изменить ее на янтарную. Насколько все-таки с этим датчиком это будет лучше. Надо, во-первых, контрастность надо сделать, конечно же, где-то вот такую, где-то 30. Вот. Посмотри, что из этого получается. Вот. Насколько с этой палитры все-таки оно не так, конечно же, выделяет рыбу, похоже. Она-то есть. Вот беленький, видишь, только подтянул, она уже и белая. Вот. Ну, довольно равномерно, очень равномерно. Что самое приятное, скажем так. Когда равномерный засвет, тогда как-то и радостно, что так происходит. Потому что не теряются никакие объекты, все одинаково выделяется. Это добиться не так-то вот. Я зашел в такие дебри, что нет там вообще ничего интересного. Вот. Всякие норки какие-то. Вот. Ну, что-то непонятно. Что? Ну, ладно, мы, короче, просто идем. Если вот кустики всякие начались, 2,5 метра здесь мелячок, оказывается. Вот среди них какая-то мелкая рыбка там водится. Вот совсем кустики приятные. И для них ракушечка, видать, там. А в ветвях явно не ракушечки. Вот, это совсем мы идем уже по траве. Она подрастет, оказывается. Вот эти какие красивые заросли. Среди них вот стоит рыба, которая, ну, скажем так, нарядно выделяется. Я думаю, никто не будет против, что это рыба. Вот она. Миф о том, что только 56-й датчик выделяет рыбу. Давайте развеем на эту точку. Потому что вот они есть, рыбки, они тоже беленькие, и все. А датчик его. Ему уже ого-го, этому датчику. Вот. И он тоже с мегой. Причем почти с настоящим. И вот они, рыбы есть. Так что, что будет делать, никак я привыкну к прибору. Ну, красиво рисует Данскан, конечно, тоже шикардос. Шикардосно. Такая травка прям. Красотища. Смотрите, как. Там рыбка там есть. Как-то так течение послабее, нету мути. Несет всякую дрянь полегче. Ну ладно, отлично. Смотрим, что нам еще подносит река. Смотрите, как она беленьким выделяет. И раз, и два, и три. Ну, что? И это же Т-34. 56. И нормально все. Так что, в общем-то, тут, учитывая то, что контраст можно поднять с этим датчиком, вот это что-то растет, похоже. Да нет, уже рыба что. Теперь смотрим. Траектории
Ну, интересно, много растет травы и как бы можно посмотреть вот на Даунскане, это очень хорошо видно, можно пройтись, а вдруг там в траве кто-нибудь прячется. Да? Смотрите, как здорово. Как подтащить. Возможностей, конечно. Берегу там уже заманивают купальщиков. Кто не купается, уже ветер холодный. Ну, хотя вода 27 градусов, в общем-то, я уже купался. Вот. Ну ладно, идем назад. Что тут не пропустили? Пока нет.